24 июля сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам в очередной раз провели информационно-разъяснительную беседу с отдыхающими на Десногорском водохранилище. Причиной очередного профилактического рейда стал трагический случай на берегу водоема. Солнечный летний день на Десногорском водохранилище «Штиль». Теплая вода выглядит тихо и миролюбиво. Солнце и алкоголь позволяют не только забыть о проблемах, которые ждут тебя дома, но и о собственной безопасности. Алкоголь притупляет чувство страха и делает тебя неуязвимым. Разве можно подумать, что такой день может стать для тебя последним? Не предполагал печальной развязки праздника и местный житель, отдыхавший с друзьями в районе деревни Колпино пару недель назад. Разгоряченный спиртными напитками, парень ушел охладиться, а на следующий день со дна водоема его вытащили уже спасатели. Эту жуткую историю приходится рассказывать инспектору ГИМС Игорю Самойленко на всех пляжах Десногорска. Государственная инспекция по маломерным судам неоднократно доводит информацию до жителей города Десногорска и Рославского района о неукоснительном соблюдении и выполнении правил поведения на водных объектах. Однако, несмотря на всю проводимую работу, продолжает иметь случаи гибели людей. И этот случай не единичный. С начала купального сезона в Смоленской области утонуло уже 22 человека. Двое из них в Десногорске. По статистике, 95% несчастных случаев на воде приходится на выпивших и переоценивших свои плавательные способности граждан. Они уже взрослые, да, у них есть богатый опыт, они все считают себя такими грамотными, подготовленными матросами, которые прошли все, что только можно, то есть им ветер, алкоголь не страшны в принципе. Подтверждение своим словам сотрудник ГИМС находит на всех, без исключения, пляжах. Каждая вторая компания отдыхающих с увеселительными напитками. А ведь в таком состоянии нужно не только контролировать свои действия, но и смотреть за детьми. Главная причина гибели малышей – одна – недосмотр со стороны взрослых. Мы обращаем внимание взрослых на поведение детей. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра. Ни в коем случае не позволяйте детям самостоятельно выходить на водоем. Вода – это источник повышенной опасности. Сотрудники ГИМС не перестают напоминать – будьте благоразумны и аккуратны рядом с водой. Сочетание алкоголь и плавание – неоправданный риск для жизни. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ.